Всем привет! Давненько мы с вами не пробовали новиночки. И вот сегодня я купила вот такую новинку, пудинг Эрмигу. Это для меня новинка, потому что я этот пудинг не видела ни разу в магазинах. Вот сразу же взяла, чтобы с вами вместе попробовать. Итак, какие взяла я пудинги? Первый пудинг это вот такой Эрмигут пудинг со вкусом фисташкового пралини. Такое вот оно. Очень красиво нарисовано. 140 грамм. Сейчас мы все с вами попробуем. Второй пудинг Эрмигут со вкусом кокосового крема. Тоже так очень красиво нарисовано. Также 140 грамм. Ну что, давайте попробуем. Давайте, наверное, попробуем. Мне очень хочется попробовать фисташковый пралин. Так, вот это подальше отложим в стороночку, ложечку. Так, первый раз пробую. Я вообще пудинг как-то не особо. Так, сейчас посмотрим на запах. Ой, запах мороженого. Пахнет прям мороженкой. Так, ложка. Правда мороженое. Мне кажется, а если его можно заморозить? Вот если его заморозить, прям будет точно мороженое. Еще одну возьму, попробую. Вкусно. Кто любит пудинги, попробуйте. Такой прикольный вкус, правда, мороженое. Вот мне кажется, если заморозить, интересно, возможно это, то получится прям мороженое, прям точь-точь мороженка по вкусу. Так, откладываем и пробуем кокосовый крем. Так. Так, на запах. Тоже пахнет прям мороженым кокосовым. Посмотрим. Вот этот больше сладкий, такой послаще. Он такой, знаете, плотный. Ну, наверное, кто пробовал пудинг, понимает, о чем я. Такой он плотный, мне кажется, он очень жирный. Ну да, вот тут, смотрите, все жиры в граммах, белки, углеводы. Ну. Для тех, кто любит пудинги, очень будет вкусно. Но я не любитель пудингов. Поэтому вкусно, но больше покупать я такое не буду. Ну, просто потому, что я не люблю пудинги. Вот, а так, ничего, такой десертик вкусный для тех, кто любит пудинги. Вот, ну все, мы с вами попробовали. Так что, кто не пробовал Эрмигут и вы любите пудинги, то попробуйте. Если честно, мне больше понравился фисташковый вкус, ну, потому что... И мороженое фисташковое я люблю, и вот этот пудинг очень похож на мороженое. Сейчас я попробую заморозить и посмотрим. Если что-то получится, я обязательно вставлю в это видео, и мы с вами посмотрим. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем пока-пока, до новых встреч!